Переговоры министра финансов России и Кипра будут продолжены в другом месте. Окончательного решения не принято. Об этом заявил министр финансов Кипра Михалис Сарис журналистам по итогам встречи в Москве с главой российского Минфина Антоном Силуановым. По словам Сариса, состоялась честная дискуссия, а переговоры были достаточно конструктивными. Цель визита Сариса – переговоры с российским руководством по условиям погашения кредита, выданного России осенью 2011 года, а также обсуждение сложной экономической ситуации на острове. Кредит в размере 2,5 миллиардов евро был рассчитан на 4,5 года и, по мнению кипрской стороны, должен был позволить стране не обращаться к Европейскому Союзу и МВФ за финансовой помощью. Но в июне 2012 года Кипр вынужден был это сделать.